Друзья, приветствую! Красноярск, Академгородок, 5 мая 2024 года, воскресенье, Пасха, верующих поздравляю, сам не праздную, атеист, 9 утра. Посмотрите, в лесу у нас первые листики появляются, это черемуха. Сейчас где-то градусов 8, днем обещают около 20. Ну, история не про листочки. Рассказываю свою историю, как я с сыном Антон покупали на Авито колеса. Итак, решили купить колеса. Скорее всего, я решил купить колеса ему. У него Toyota Corolla, 9-е поколение, народный автомобиль 2003 года, 260 тысяч пробега. Ну, то есть последние денечки доживает. Ну, думаю, дай, сделаю подарок на день рождения ему и машине. Изучая Авито, несколько дней изучал, не просто там первое объявление. Ну, листая, смотрю объявление. 5 колес на дисках, размер подходит для нас. Ну, фотографии такие, ни о чем, 2 фотографии, ничего не показывают. Цена 8 тысяч рублей. Ну, думаю, рассуждаю. 5 дисков стоит примерно 6-6,5 тысяч. То есть продают по 4 диска 5 тысяч рублей на Toyota. Думаю, резина, если нормальная, из пяти колес, думаю, 4 если соберем, то все будет нормально. Ну и говорю ему, торгуйся до 7 тысяч, позвони по объявлению, 7 тысяч нормальная цена. Ну, с риском, конечно, все, приезжает он, я говорю, звони. Все, позвоню, сам все сделаю. Ну все, дал ему 5 тысяч рублей, говорю, добавляй свои. Жена говорит сразу же, ты что, кого отправил-то? Ему, кстати, будет 22 года. Кого-то от... Собаки шли, напугался немножко. Кого ты отправил, блин, колеса покупать? Сам съездит. Да что он, говорю, разберется сам, что позвонит, если что. Ладно, поехал он колеса смотреть. Все, пишет мне. Все, приехал. Там не 5 колес, а 4 колеса. Одно колесо на 13. Я говорю, нам 13 не нужно. Тогда, говорю, еще сбавляю 500 рублей. То есть получается 6,5 тысяч. Вроде договорился. А это все происходит, ну, по WhatsApp. Все немножко с задержкой. Я ему пишу, как колеса-то? Колеса вроде нормальные, Таиланд производство. Скидывает фотографию. Ну, вроде бы нормально. Я быстро не могу сориентироваться, но чтобы посмотрел все 4 колеса, которые покупает-то. Он ничего не пишет, я ему пишу. А год-то какой? Он опять с задержкой. Чё, как его определить-то? Я говорю, ну посмотри, там 4-значное число, которое показывает год. А, кстати, один небольшой нюанс. Когда объявление было написано, резина R14 летняя. Это очень важно. Еще раз повторяю. Резина R14 летняя. Заголовок. Ну ладно. Дальше продолжаем. Я говорю, посмотри, год-то какой. Через некоторое время отсылает мне фотографию. Я ему говорю, это 10-й год. То есть получается резине 14 лет. То есть мы приобрели резину не R14 летние, а 14-летние. Блин, я говорю, отказывайся, я говорю, не бери. Он такой пишет мне, поздно, я типа уже деньги заплатил. Ой, блин, ну говорю, ну ты артист. Но будем надеяться, что резина нормальная. Все, он поездил с ней, это в багажнике чуть ли не день. Потом
женой с Татьяной заехали в гараж, ну, это, резину скидывать. Она мне потом говорит: да вы что купили-то? Говорит, барахло. Одна резина вообще это лысая. Ёпарасоты. Ну, получается, если бы 5 было колес, 5 шин, то одну бы плохую бы, все, 4 бы осталось. Все, получается, фигня. Я в расстройствах. Вчера пошел и уже вечером сходил, посмотрел. Ну, действительно, блин, лысая резина одна вообще. Вторая на троечку и две на четверочку. Ну, ну как четверочка? Четверочка — это там надо глаза закрыть или наоборот две пары розовых очков одеть. И тогда, может быть, нормально будет. Ну, вот так вот тут. Но диски вроде нормальные. А в объявлении было написано, диски стояли на Короле. Так, ну вот, так что по шинам фигня, будет разнобой. Еще на одной я посмотрел повнимательнее. Саморез торчит, это весь сточенный. Я его вытащил, ну и воздух начал спускать. Короче, вот фигня. Сейчас вот иду в гараж. Сейчас машины пройдут. Иду в гараж и посмотреть вылет. Диски-то нормальные, подойдут на Тойоту или нет? А то, может, еще и диски. Сейчас будет забота, как их продать. Все, продолжаем путь. Такое вот колесо купил лысое. Антон мой, бля, сын. Ну, посмотрите. Ну что, ну как можно не увидеть, что такое колесо? Ну это что за колесо-то это? Это для какого вида спорта, я даже не знаю. Ну, как ты мог не увидеть-то, Антон? Ну все, вот такая история. Не знаю, вот потом что. Хорошо, что останется видео, чтобы посмотреть. Ему потом тоже. Вот. Ну те более-менее. Ну как более-менее? Я уже говорил, что более-менее. Теперь смотрим по диску. Вроде диск состояние неплохое. Так, теперь меряем центральный диа. Ну, буду надеяться, что все будет нормально. Первая трава. Это чистотел. Желтенький сок.